Так, сейчас мы еще немного позаниматься на грудях и турниках. Тут у нас первый начинает Олежка. Там у нас сзади что-то там делает. Ну, давай. Олежка колбасит. Сейчас меня поснимает. Посмотрим, что я там. Я турники брусы не очень люблю. А, в основном работает железом. Ну, сейчас попробуем. Все, радио снимать. Снимай. Ну, как ты выживешь меня там. Иди сюда. Кино будем снимать. Иди по лбах. Я вижу, да. Так может оттуда? Блин? Да как хочешь, сами. Пусть так я буду. Готовимся на мистер Олимпию. Серега разрывает брусья по полной программе. Первый дубль. Сколько я там, да. Ты раз сделал. Монтировать будем. А, да нет, я думаю, хватит. Того, что будет на видео. Олег. Что там? Малой катается? Да пускай катается, что вот идет. Пока учится. Да ладно. Олежка у нас тут малого терроризирует. Заниматься, заниматься. А ну пока надо. Он там у нас на качелях катается. Пускай накатывается. Что успеет. Так, сейчас тут у нас Олежка, уже второй подход. Что так вяло? Давай быстрее. Еле-еле. Я еще чуть-чуть отдохну. Подпиндеть, подреть, еще подреть. Что там этот? Да. Мало найти даже. Ну да. Я видел. На сокалку не хочешь? А? Сокалочку не хочешь? Сокалку? Нет, сокалку не люблю. Побегать можно. Сегодня побег? Не, сегодня нет. Сегодня я буду спать. Олежка у нас бегун. Любит бегать. Ровно категория. Так уж, да, что колени заболели. Добегался. Много бегать нельзя. Что, на турники пошли? Отдохнул, а? Я еще хочу. Еще хочешь? Согласись. Так можно пойти. Сделать там раз, и так чередовать. Да, вот. Куда? На ту площадку, да? Да вот, турники стоят. Не, ну вот я думал, ты площадку хочешь. Нет, что? Что ты не хочешь? Какую? Испандер здесь мне предлагают. Пожать испандер. Ух ты, какой жесткий. А чем ты такой жесткий взял? Да не, потом будет подтягиваться плохо. А сейчас понабухают тут у меня всякие предплечья. И потом не сможем подтягиваться. Да. Скидывать не будешь? А? Я подряд скидываю. Всего выкину. Конечно. Ты что, как это, попозорим Олега тут. На всю эту самую. Кременчугскую. Района. Смотри, осторожно. Малой там бесится. Че, пошли на турнир, давай, туда-сюда пошли. Да? Как без этого кинуть? Чё? Вот так работа. Да давай, я стесняется там... у нас, короче. Я там... Ну меня поснимаешь туда. Я хочу. Сука, там? А то еще продут. А что там? Там денег полу. Где там денег? Да. Ты с деньгами? Да, я всегда с деньгами. Я понял. Это как мы тебя снимем? Давно я не подтягивался. А, давай, Олежка. Все, покажет нам.
Раз. Ты бы не опозорился. Два. Три. А я, короче, посылку закручу, потом скажу. 20, 30. Давай, давай. Он мухрит, он там ногами стоит на полку, он длинный достает. Халтурщик, блин. Давно это не ходил во дворы. Так классно. Подтягивается. Ага, классно. И бесплатно, и потом мне надо бабки платить. Бесплатно. Спортлайф. Вообще, и платить не надо. За спортлайф. Ой. Ой, за спортлайф. Слышали, за спорт жизнь надо платить. Шаровая, да. Шаровая качалка. Ага, шаровая качалка. Уже руки, по-моему, дували чуть-чуть. Хе. А ну все, покажи, что там. Я там чего, да? А вот еще спрятал. Снизу могу показать. Снизу можешь показать. А что он за чудо? Золотые носки, слышишь, у меня тоже золотые носки есть. Я сейчас в красных. Погнали. Да, что там у нас? Ольяшка колбасит. А что ты так качаешься? А как? Как маятник. Он, короче, раскачивается, чтобы легче было. Ну так? Ровно. Халтура. Везде. На. Зараз батьку буду рубать. У меня папа. Так иди до папы и прожи. Серёжа, где ты уже бегаешь? Это не мои. Внебрачные. Сумка с деньгами что-то дает? Папа! Уверенность в себе дает. Папа! Что? Ну, молодец. Вот, он уже малой у нас вылез. Сидит там наверху. Папа, пока тут батька качается. Вот так с детьми и гуляй. Что, устал уже? Может, сюда сходим во двор? Куда? Качалку закрыть, ну? Вот тут гадюжник хочет сходить. Там, короче, качалка такая бомжовая. Ну тут прикольно. До ужаса. Во дворе. Ну, а так можно пойти показать, что для интереса, в принципе, людям, я думаю, интересно будет посмотреть, где там Олежка занимается. Что там не занимается. Покажет нам и нурезные подушечки. Там для этого самого. Непонятно для чего. Там вообще хлам полный. Его один построил качалку. Сейчас пойдем посмотрим. Надо, что надо. Стопудовался, еще идея нормально, да? Ага, алкаши. Сейчас мы посмотрим нашу качалочку. Ну и нашу, конечно, там его один, короче, построил. Фанатик. Не, это хорошо, что он построил. Ой, там так очень. Там, короче, бесплатно. И очень-очень сердито. Все. Так, сердито, что ж. Мурашки по телу. А там что, короче, пишут он. Если кто заметит. Да, она сейчас. Ловит нас. Господь. Слушай, короче, за деревьями не видно, я сейчас увеличу. И благословит нас Господь, там, короче, написано. Жестяк. А тут чего? Тут вообще сила в Господе. Япон батон. Вон. Гляди, еще. Такой чувак, короче. С большими титьками. Короче, жесть. Внутрь пока заходить не будем. Там, короче, страх и ужас. Такой вот. Темень, короче. Ванизма стоит. Очень сердито. А тут, короче, сзади. Ну еще так сделал нормально. Вот тут сзади можно заниматься, короче, на заднем дворе. Брусья, турничок есть хороший. Здесь можно торбавить. Лесенка для детишек есть, короче. С батареи сделана, точнее, с полотенцешушителей.
Это такая уже у нас это самое. Вот такая, блядь. Импровизированная малята. Качалка. Ага. Да, жена. А ну. Сейчас. Дядька Сырошка, на. На мирушу стоишь. Так, дядька Сережка, ну. Сейчас дядька Сережка нам продемонстрирует прелести профессионального бодибилдинга. Сумка мешает нам. Можем в спортзал, папа? Подожди, сейчас. Можем в спортзал? Боже, спортзал. Бабки вообще просто давят. Боже, да. Бабло не дает выхода. Бьют, бьют по хозяйству. А вот тут еще турничок все полоски. Ну, это, слышишь? Боже, спортзал. 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 Лестница какая-то, с которой дети вечно падают. Нельзя сейчас. Короче, беспредел творится спортивный. Молята. Заходим в бездну. В эти неизведанные глубины. Непонятно чего, блядь. То ли зала, то ли пыла, значит. Короче, звездец. Оно не видно, короче. Нифига. Ох, тут сражено. Вися. Груши какие там. Ага. Света не манифига. А тут, короче, на потолках такой натюрморт висит. Там он. Тоже про Господа что-то напечатано. Короче, колхозный беспредел, блядь. Не упал, короче. Трезвый, не упал. Трезвый, на Тарасоне наехал. Да, вот это Алёша, короче, Олежка тут чуть не выпил чуть-чуть и все. Короче, он падает, у него все на ноги. Да, на ноги все падает. Девки сидят. Короче, фигня какая-то.